Друзья, всем доброе утро. Только проснулся и узнал, что наконец-то ж появился новый режим в игре Brawl Stars. Это режим, значит, захват кристаллов 3 на 3. Но этот режим отличается от всех режимов тем, что здесь отдельное, вообще отдельное количество кубков. То есть оно никак не влияет на твои кубки в профиле, на твои кубки персонажа, по-моему. Сейчас буду проверять, я только вот буквально сейчас буду впервые играть еще. Без понятия, какие тут тактики, какие тут нюансы, сейчас буду разбираться. Уже есть список лидеров, Бруно, Мугель, мне уже все в личку спамят, смотри, смотри, читер, забагал кубки. Я не знаю, каким образом он это сделал, максимум сегодня, максимум сколько можно взять сегодня, это 99, но есть предположение, что он там сыграл одну катку до того, когда вышел этот режим. Каким образом, без понятия, если у меня получится связаться с этим владельцем и записать на его аккаунте видео, я обязательно это сделаю. Поставьте лайкос, если бы вам было это интересно. А вот, ну и в принципе тут топ никак не меняется ни в местном, ни в глобале. Пока у всех одинаковое количество, за исключением одного человека. Чё с ним не так, без понятия пока что. Есть предположение, но пока никакого официального ответа, да, и стопроцентного утверждение я не нашел, поэтому гадать это можно сколько угодно, но точного ответа пока ни у кого нет. Короче, погнали поиграем, не знаю кем, давайте возьму Спайка, своего любимого Спайка, хотя не уверен, что он там затащит, но попробуем. Блин, всего лишь 3 катки можно сыграть за день, офигеть. Ребят, напишите в комментариях, сколько у вас уже кубков, сколько каток вы выиграли. Поделимся в комментариях своими достижениями, да, похвастаемся. Ну, а я пойду сейчас попробую, надеюсь, не ракану. Рекламная пауза, иначе, конечно, немножко переживаю, что Спайк не подойдет для вагонетки. Это моя самая нелюбимая карта на ШД. Вот. Но сейчас проверим. Так. В принципе, это тот же режим, да, получается, ШД. Геймграб. Только за выигрыш вам будут давать не трофеи, а вот эти, ну, как бы тоже награду, кубки, но только в это будет в отдельном списке лидеров. Отдельная графа для этого. Ну, что-то изи вообще. Походу, тут как для новичков сейчас играешь. Ну да, это же первый день режим. А, тихо. Первый день режим. Первые минуты, не знаю, первые часы. Поэтому, соответственно, это считай, что игра с нуля. Много нубов. Ну, пройдет буквально, не знаю, сейчас какое-то время, и однозначно будет посложнее, топ уже будет отличаться от сегодняшнего топа. Не будут все на одних кубках, потому что чем дальше, тем сложнее. Так всегда было во всех играх. Мы убили, да, Шелли? А то я что-то как-то провтыкал. Ну, вообще, мне кажется, без разницы, кого сейчас возьмешь. Но здесь больше метатели, наверное, подходят. Хотя и Спайка можно тащить, наверное. Тихо. Блин, что я делаю? Ну ладно, надеюсь, Шелли не рак. Да, молодец, Шелли. Ой, сейчас сдохнет, походу. Нам надо один кристалл. Один кристалл, и мы затащим. Так. Ну ладно, я заберу его сам. Все, у нас 10. Закидываем еще одни шипы. И получается, мне сейчас должны дать 33. Шо? Тихо, ну пожалуйста, не стойте. Блин, вы чё гоните? Вы чё гоните? Вы чё гоните? Нельзя так делать. Фух, блин. Чё Барли стоял, я не понял. Не, пожалуйста, не пугай меня так. Yes! Ну все, это победа, друзья. Первая каточка должна дать мне 33... Сейчас прочитаю, как это правильно. Это же не жетоны, не кубки, да? Это что-то другое. Сейчас посмотрим. Первая победа в новом режиме. Я звездный игрок. Так, что не начисляются? А, вот. А, нет, 30 кубков. 30, первые 30 кубков. Так, хорошо. Дайте я посмотрю, что это, как это вообще называется. Максимум очков в силовой гонке. Это очки, да? То есть, ну, хотя выглядит как трофей, да? Вот максимум трофеев, да, видно, вот. И максимум очков. То есть, это как трофей, только добавлена коронка и изображен череп. Но в целом это тоже как кубок. Ну ладно, будем считать очки в силовой гонке. Блин, не знаю, как это будет потом называть. Сокращенно. Давайте откроем бесплатный ящик. Ну что ж, давайте поменяем персонажа. Я даже не знаю, кого взять по приколу. Давайте по приколу возьму Ворона.
Так. Только не знаю, какой. Ну, давайте этот, без понятия. Поехали. Первая катка победы, это уже хорошо. Отлично. Блин, только вот знаете, есть у меня такое чисто мое замечание. Вот, да, вроде новый режим. Я такой сразу увидел, что все пишут в беседе, там, чик-чик, новые кубки, там, получать можно новый режим. И сразу стало интересно, да, пойти поиграть в него. Но сейчас я вот играю, такое ощущение, что, ну, это и есть геймграб обычный, то есть никаких изменений нету. Но мне кажется, что можно было бы что-то и придумать новое. Как вы на это смотрите? Ну, то есть, да, прикольно, в том плане, что что-то новенькое, ты новый топ занимаешь не... Я не знаю, по поводу, кстати, наград. Что там за эти кубки ты получаешь? А, эти старпоинты, старки. Но, блин, отдельный же режим можно было придумать? Вот как это на Хэллоуин сделали? Или, ну, хрен с ним, где мы звезды получаем, как в ШД, да? То есть, как, по крайней мере, такого режима нету в игре. Блин, я сейчас сдохну. Лол. Ладно, хилимся. Прорисовали бы какую-то новую карту, какой-то новый остров. Все это было бы гораздо интереснее, чем играть в обычном ШД, да еще и, сука, вагонетка. Это единственное замечание. Так, в целом, конечно же, круто, что мы можем поиграть. О, тихо. Ай, блин. Это было случайно. Я хотел собрать кристаллы, потом прыгнуть. Так, возьму. Ой-о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 й, сейчас отдам им, короче, все кристаллы, если так буду играть. Так, у нас 10. Ну, сейчас Шелли заберут, да, 100%. Ну, все. Максон-клаксон. Даже если он сдохнет, я с него заберу. Тихо. Ну, все, это изи-катка. А, блин! Забросало, блин. Или забросал, не знаю. Да что такое опять? Давай, короче, собирай, пускай все будет у Шелли. Я еще дополнительно возьму кристаллы. Еще тут соберу. Так, отлично. Да, бля, смотри, что творит. Просто с трех тык. Тихо-тихо-тихо, Шелли, пожалуйста. Блять, ну я мастер ульты. Не, короче, воробушка нахер. Так ужасно, я еще не играл. Фух, друзья. Снова 30 кубков. Итого у меня 60. А как они получили все по 99? Это шо? Не понял. Это как? Ну смотрите, если взять топ, у всех по 99. А если я сейчас еще одну катку выиграю, у меня будет 90. Че так? Прошлый сезон местный. Это этот сезон текущий. Че у всех 99? А у меня по логике сейчас будет 90. А че так? Ладно, посмотрим. Может, за последнюю катку дадут 39? Так, ну кого взять? Давайте возьму метателя. Поехали. Ну, пока изи, ни одной катки не проиграл, это хорошо. Ой, ну опять же, блин, играть опять же в тот же в тот же захват кристаллов. Не знаю, мне кажется, это не будет прям супер интересно. Хотя, может, я и не прав. Но новую карту можно было прорисовать. Ё-моё, блин. На каком-то, опять же, острове, я же говорю. Придумать какую-то игровой ресурс, за который мы сражаемся там, да? То есть у нас есть режим, где мы сражаемся за сейф. И режим, где мы сражаемся за турель, да, в осаде. Режим, где мы собираем кристаллы. Да, блин, придумать еще, где звезды собираем режим. Придумайте, блин, любой, я не знаю, игровой ресурс, который нам надо либо собрать, либо отвоевать. Карту придумайте новую и эти новые трофеи туда внедрите. Все, это совершенно уже другой будет посыл. Так, пока мы проигрываем. Взял я Тика, называется. Так, надо, короче, собраться. Тихо. У них два кристалла осталось собрать. Я сейчас отхилюсь и буду, короче, забрасывать жестко, жестко, жестко. Так, тихо, 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 тихо. Давай, давай, Шелли, Шелли, забери у нее последний кристалл. Отлично, молодец. Блин, мы проиграем сейчас эту катку. Хотелось бы, конечно, отвоевать. Так.
Ой-ой-ой, мы разыгрались, ё-моё. Офигенно. Блин, там ворон с ультой. Мне кажется, что он ультанет в любой момент нас. Уходи, уходи. Уходим, уходим. Так. Есть. Так. Уходи, уходи, Шелли, уходи. Шелли, куда ты пошла, дура? Ну, Шелли, блин, запорит сейчас катку, нет? Сейчас сдохнет Шелли, да. Нет, нет, не сдохни. Да, блядь, ну что вы делаете, а? Ну, сука, вы мудаки, блядь! Просто конченые, блин. Я не знаю, как так можно по-рахубному, блин, было. О, бля! Да! Чуть-чуть осталось. 63, 66. Откуда эти рандомные цифры? За поражение меньше дали. Все. Я 65 набил. Лол. А я еще могу? Не, все. К сожалению, нет. Так. Ну что, друзья. На этом буду завершать. Проиграл последнюю катку. Не знаю, затика что-то вообще. Мне кажется, надо было играть. Продолжать на спайке. Или на вороне все-таки. Или джина. Да шо уже, после боя кулаками не машут. Ладно, это не важно, сколько кубков поднял. Мне было просто интересно затестить новый режим. Но по сути нового режима никакого нету. Блин, вы играете в тот же геймграб. Вы собираете те же кристаллы. Тот же весь посыл. Просто вам вместо обычных кубков дают другие. Воу. Ну, ладно. Типа, ну вы типа, при этом фармите звездные очки, да? Получается. То есть вам хотя бы за эти кубки что-то дают. То есть за эти, ну если у вас уже пройдено пути к славе, получается вам ничего ж не дают, да? Хотя нет, что, сброс же кубков там тоже переводится в звездные очки. Ну ладно, да, это фарм звездных очков, но, блин, не знаю, я не почувствовал нового режима. Вот такие вот чувства, к сожалению. У вас, может, возможно, мнение другое. И обязательно я его почитаю в комментах, пишите. Все, ребят, всем удачи, скоро увидимся, до новых встреч, пока.